Эл ичинен эрлери качкан жаман, жең ичинен жерлери саткан жаман, күлкүсүнүн күйүтү аргын болуп, күндүз күнү кызарып баккан жаман. История, культура, личностный рост, искусство, психология и философия. Такими книгами на разные тематики пополнилась Центральная библиотека для солдат в рамках проекта «Бир адамдан бир китеп». Данный проект показал хорошие результаты. Спрос есть, ведь по прибытии на военную службу все больше и больше солдат, интересующихся изучением истории страны, выдающихся личностей, мировой классики и чтением книг. Мероприятие также приурочено к 80-летию департамента по охране и конвоированию службы исполнения наказаний. Наши военнослужащие, наши части, они активно участвуют в данном мероприятии, а также на данном проекте. Мы сделали очень большой вклад в развитие нашей армии, и мы будем сделать реформу в нашей армии в целях развития образования солдат и военнослужащих Вооруженных сил Крымской Республики. Солдаты в основном интересуются книгами исторического характера, так как военнослужащие сами как бы они должны знать историю, потому что история она как бы рождается поколениями, и оно как бы вырабатывает чувство патриотизма у каждого военнослужащего. Чтение книг среди солдат проводится уже 3 года не только в данном департаменте, но и в ряде других воинских частей. Проводится плановая работа по привитию любви у военных к чтению. В этом основная цель книжного фестиваля. Ушу долбоорунун арты менен иштешкенибизге департаментте 1 жылга жакын убакыт болду. Бардык аскер бөлүктөрүн кыдырдык, башкы штабында болду. В рамках проекта мы с военнослужащими разных воинских частей работаем уже 3-й год. Основная цель проекта – культурное и духовное развитие солдат. Мы проводили ряд мероприятий, как встречи с писателями, акынами. Особенность этого департамента – они ведут непрерывную работу. К примеру, в месяц читают 1 книгу, далее обсуждают, анализируют и лучших из них отпускают домой на несколько дней, чтобы замотивировать остальных к чтению. На этом мы не останавливаемся. Мы хотим, чтобы каждый солдат, проходя военную подготовку в армии, прочитал хотя бы 5 книг. Как говорится, учение свет, не учение тьма. Образованные люди – богатство страны. Каждый гражданин должен инвестировать в свое знание. Мы продолжим работу в этом направлении. В мероприятии приняли участие ветераны департамента по охране и конвоированию, руководители книжного центра города Бишкек и победители республиканских конкурсов по чтению. Библиотеке департамента были подарены книги кыргызской и мировой литературы. Наша военная библиотека будет полностью пополнена и обновлена кыргызской литературой. Сейчас для этого лучшее время, потому что все больше инвестируют в образование. Взгляды наших солдат тоже меняются. Они хотят больше вкладывать в свое образование. Фонд военной библиотеки значительно улучшился за счет таких мероприятий в воинских частях, проведенных в рамках проекта. Впереди еще организуются соревнования по чтению среди солдат. Победители получат 5-дневный отпуск домой. Рашид Алиев, Нурдан Карыпбеков, «Пирамида».